стройка серьезная. Привет. Деньги платят вовремя. Потому что у нас сроки-то довольно жесткие там. Когда у нас? Когда срок сдачи? Сентябрь 13-го. Ну, мы идем согласно графику. Согласно. Ну, дорога важная, абсолютно важная. С левой стороны вот проект будет большой двухэтажный дом, там где будут собственно центры, где будут центры решения проблем, где будет логистика, где будет операторский пункт. Вот там, да? Да, вот видите, ну уже начато строительство. Всей стране, да, нет, только вопрос компании. Я имею в виду ваше. Да, совершенно верно. Строится развязка. Москва вложила до 500 миллионов рублей в проектирование этой развязки. И сейчас проектируют дорогу, так называемый северный дублер Кутузовского проспекта. Вот на примере Ярославского шоссе видно, что мы реконструируем 8 километров и 29 километров движения безопасных пешеходов. Главная задача в настоящее время состыковать наши проекты реконструкции с проектами Минтранса, пекинского проекта. Он предполагает, что мы уменьшим проблемы, связанные с шаговой доступностью километров. 100 полос где-то будет введено в ближайшие месяцы, и оставшиеся будут полосы введены после реконструкции дорог. То есть это такой инфраструктурный проект, дешевый, но в общем достаточно эффективный, который определяет приоритет общественного краска транспорта. Краска нужна или еще что-то нужно? Краски тоже ничего не нужно. Здесь надо политическая воля. Сейчас по подсчетам, которые существуют, в среднем наши жители столицы и области, ну вот, в среднем на общественном транспорте и 62 минуты на индивидуальном транспорте. При этом средние скорости передвижения по городу крайне невысоки. Это, соответственно, 11 километров для общественного транспорта и 30 километров. В области, естественно, ситуация не лучше, потому что практически больше миллиона жителей Подмосковья ежедневно приезжают на работу в Москву и, соответственно, наоборот. Необходимо связать между собой все наши усилия, которые